Всем привет, с вами я Катрин 162, и сейчас я вам покажу, как можно построить суперсекретную базу. Сейчас мы будем с вами строить как раз таки секретный вход. Так, ставим редстоун факел. Рельсы с датчиком, загрузочная вагонетка. И нужно ставить редстоуновый компаратор. Сейчас. Надо доску или не надо? Так вот поставили. Активировать его не надо. Здесь, кстати, маленькая помощница Пуша с нами, как вы видите. Вот так вот потом закрываем все дерном. Ну или на какой-то вы территории строите. Вот здесь наша воронка. Вагонетка с воронкой. Так, все закрываем, чтобы ничего не было видно, чтобы не палили. Теперь это мы тоже закрываем. И для проверки сейчас кидаем блок. Все, блок кинули и открывается. Потом, когда забираем, блок закрывает опять базу. Получилось. Кидать можно абсолютно любой блок. Просто кидаешь любой блок, там предмет. А потом проход открывается. Забираешь из вагонетки, закрывается. Все, всем пока, до скорых встреч.